Добрый день, уважаемые зрители. Московское время 16 часов. Начинаем нашу трансляцию «Среднесрочный анализ валютных курсов». С вами, как всегда, в это время Эдуард Сунгатуллин, преподаватель Высшей школы трейдинга. Я жду вашей реакции. Ваши плюсики будут говорить о том, что трансляция идет нормально. Поэтому я делаю паузу и жду, пока вы отреагируете. Как только будет понятно, что у нас с вами есть обратная связь, то мы начнем наш с вами обзор. Итак, я жду ваших реакций. Итак, вижу, что все хорошо, все замечательно. Давайте начнем наш обзор. Начнем, как обычно, с просмотра макроэкономической статистики. Посмотрим, что у нас в календаре, что у нас пишет в новостной ленте Dow Jones. Итак, вчера был один из ключевых моментов. Это решение по процентной ставке Федеральной резервной системы. Ставку оставили на прежнем уровне 0,25%. Это абсолютно никого не удивило и реакции никакой на рынке не вызвало. Но как только пошли комментарии Федеральной резервной системы по кредитно-денежной политике, вот здесь рынок мгновенно начал реагировать, поскольку были получены достаточно четкие сигналы о дальнейшем поведении американского регулятора. И вот, в частности, что об этом пишут в новостной ленте Dow Jones, зачитываю. Руководители Федеральной резервной системы недвусмысленно просигнализировали о том, что могут повысить краткосрочные процентные ставки уже в декабре, опровергнув мнение инвесторов, которые считали, что в этом году Центральный банк не предпримет никаких действий. И, соответственно, это заявление подействовало достаточно существенно на рынок. Далее говорится, несмотря на то, что Федеральная резервная система на своем двухдневном заседании не стала менять ставки, инвесторы, видимо, приветствовали тот вотум доверия, который Центральный банк выразил экономике в целом. Опубликованные данные неожиданно показали, что промышленное производство в Японии – это уже другие данные. Сейчас об этом чуть позже. То есть сначала у нас с вами речь шла о процентных ставках. Здесь у нас какое-то наложение. Ну, а о Японии мы с вами поговорим совершенно отдельно. В 2.50 вышли данные по промышленному производству, и данные оказались достаточно приличными. Причем, что это тоже достаточно серьезно удивило рынки, и нужно сказать, что тоже в определенном смысле важный достаточно показатель, который будет определять завтрашние действия уже японского регулятора. Итак, сначала давайте по порядку о промышленном производстве. Вот в ленте Dow Jones, в частности, на эту тему говорится следующее, что промпроизводство в Японии в сентябре неожиданно выросло впервые за 3 месяца, дав надежду на то, что экономика, возможно, ускоряется, несмотря на замедление китайской экономики и слабое внутреннее потребление. Об этом свидетельствуют официальные данные, которые были опубликованы сегодня. По сравнению с августом промпроизводство в сентябре выросло на 1%, тогда как экономисты, опрошенные Wall Street Journal и Nikkei, прогнозировали его снижение на 0,5%. Да, то есть разница с ожиданиями в 1,5% – это достаточно серьезно. Такие данные поступили в преддверии заседания Банка Японии, посвященного кредитно-денежной политике, которая пройдет завтра рано утром. Любые слабые экономические индикаторы, вероятно, усилят ожидания относительно дальнейшего стимулирования японской экономики в целях предотвращения дефляции. Неожиданный рост промпроизводства в сентябре заставил Министерство экономики, торговли и промышленности повысить свою оценку производства. Министерство заявило, что оно находится в боковом тренде, и это было после того, как ранее оно сообщало о достаточно слабом тренде. Но что касается действий, завтрашних действий японского регулятора. Вот здесь мнения разошлись с точностью до противоположных. У нас, например, две компании Morgan Stanley и JP Morgan говорят совершенно противоположные вещи, взаимоисключающие. Если одни из них говорят, что оставят без изменения. Сейчас я попробую вам найти это и прям зачитаю. Так, где-то здесь было в новостной ленте Dow Jones. Так, ну здесь вот вообще это без
какой-нибудь ссылки на какие-то банки. Банк Японии в пятницу оставит политику без изменений. Это по данным HSBC у нас с вами. А вот сейчас про Morgan Stanley и JP Morgan мы с вами найдем. Вот, пожалуйста, значит, смотрите, JP Morgan считает, что в пятницу Банк Японии смягчит свою политику, и буквально сразу, через там, 10 минут, то, что Банк Японии вряд ли изменит свою кредитно-денежную политику, об этом говорит уже Morgan Stanley, речь идет о пятничном как раз заседании. И здесь вот еще раз подчеркну, мнения совершенно разделились. Поэтому непонятно, как поведет себя регулятор, но вот данные, которые сегодня вышли, они как раз, в общем-то, достаточно позитивны для японской экономики в целом. Далее были данные по Австралии. Индекс экспортных цен показал совершенно нейтральную динамику. По Великобритании индекс цен на жилье, годовые данные, неплохой рост, но поскольку это не очень важные данные, серьезного какого-то изменения котировок не произошло. А вот на то, что рынки сегодня обращали внимание, это уровень безработицы в Германии. Уровень остался без изменений, число безработных тоже совпало с прогнозным значением. Этому событию уделена статья в новостной ленте Dow Jones. Итак, здесь говорится, что число безработных в Германии в октябре достигло самого низкого почти за 25 лет уровня. Об этом свидетельствуют данные, представленные сегодня Бюро статистики. Нисходящий тренд числа безработных в Германии увеличивает потребление домохозяйств в крупнейшей экономике Европы. Далее, 12.30 у нас с вами по Великобритании чистый объем частного кредитования. Цифра достаточно приличная. В зеленой зоне потребительское кредитование в сентябре то же самое увеличилось у нас с вами. Ну, правильнее сказать, оно лучше, чем прогнозное значение вышло. Вот, по отношению к предыдущему значению, которое было пересмотрено, здесь маленькое небольшое снижение, но практически совпало с тем, что было до этого. А вот количество одобренных заявок на ипотеку оказалось и хуже прогнозного значения, и хуже, чем в предыдущий отчетный период. Агрегат денежной массы снизился на 0,5% месячные данные за сентябрь. В 13.00 по еврозоне вышли данные по уровню доверия потребителей. Данные очень негативные, но это не важные данные, поэтому рынок на них сегодня серьезно не реагировал. И вот один из ключевых моментов – это годовые данные по ВВП в Соединенных Штатах. Мы с вами видим снижение, причем данные оказались еще и хуже, чем ждали по прогнозу. Ждали значения 1,6% и получили рост всего на 1,5%, это хуже ожиданий. Так, давайте посмотрим, что либо есть ли у нас на эту тему по поводу ВВП. Итак, смотрим. Безработица. Потребление. Так, вот он, ВВП США в третьем квартале вырос на 1,5%. Согласно представленным в четверг данным Министерства торговли США, ВВП вырос на 1,5%, оправдав ожидания экономистов, опрошенных Wall Street Journal. Но это разное, да, то, что мы с вами имеем в календаре и о том, что пишут здесь. Там, видимо, ждали рост 1,5%, у нас с вами были прогнозные значения 1,6%, поэтому данные немножечко расходятся. Далее пишут, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП страны вырос на 2%, что стало самым низким показателем с первого квартала 2014 года. Представленные данные позволяют предположить, что экономика страны продолжает расти достаточно устойчивыми темпами, несмотря на давление со стороны укрепления доллара США и ослабления зарубежных экономик. То есть в целом, вот, в общем-то, это оценено как позитивные данные. Вот, но мне кажется, что темпы снижаются достаточно существенно. Так, личное потребление у нас с вами тоже снижение данных. Если до этого был рост 1,9%, ждали рост 1,4%, получили 1,3%, но при этом все-таки, конечно, значение находится на позитивной территории, но, к сожалению, снижается. Данные по Канаде. Индекс цен на сырье вырос до 3%, что достаточно позитивно. Индекс цен на промышленную продукцию снизился и составил то же значение, что у нас было
предыдущий отчетный период, но оказалось хуже, чем ждали по прогнозам. В 16.00, достаточно в нестандартное время, сегодня вышел индекс потребительских цен. Годовые данные по Германии. Данные оказались достаточно приличными. Сейчас посмотрим, не знаю, какова была реакция рынка. Мы с вами как раз находились в процессе нашего с вами занятия. Посмотрим, как рынок отреагировал. Потребительские цены. Годовые данные. Рост 3%. Гармонизированный индекс потребительских цен. Данные за октябрь. Тоже годовые данные. Рост на 0,2%. Несомненно, данные, конечно же, позитивные. Это с какой стороны ни посмотри, в общем-то, достаточно неплохо для еврозоны в текущем, при текущем положении вещей. В 16.10, это уже буквально вот сейчас получается, в ходе нашего занятия ожидается выступление господина Лохарда, представителя Федеральной резервной системы. Давайте сейчас посмотрим, может быть, что-то есть уже появилось в новостной ленте Dow Jones, посмотрим. Так, смотрим самый последний, у меня пока что Лохарда нет. Если что-то будет, вполне возможно, мы с вами увидим. Пока идем дальше. В 17.00 сегодня ожидаются незавершенные сделки по продаже жилья, годовые данные по Соединенным Штатам и месячные данные. Посмотрим, каковы будут данные выходить по факту. Завтра у нас с вами, мы уже говорили, во-первых, потребительские цены по Японии и очень важный показатель – это пресс-конференции, комментарии Банка Японии по кредитно-денежной политике. Процентная ставка здесь вряд ли, опять же, будут какие-то сюрпризы, скорее всего, она останется без изменения, а вот относительно объемов здесь остаются большие вопросы и сроков программы стимулирования экономики. Вот примерно так обстоят дела на текущий момент по макроэкономической статистике. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите коротенькое слово «есть», чтобы я сделал паузу и подождал. Пока вы свой вопрос напечатаете. Если же вопросов нет, ставьте плюсик. Мы пойдем с вами дальше, посмотрим, как ситуация развивается с технической точки зрения. Итак, делаю небольшую паузу, жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет. Идем с вами дальше, смотрим технику, что нам говорит технический анализ. Начинаем, как обычно, с просмотра нефтяных котировок. Произошел резкий разворот, цены падали вниз. Вчера мы с вами говорили о нисходящем тренде. Тренд все еще остается нисходящим, поскольку скользящие средние быстрые находятся под медленной, но цены уже практически достигли вчера своего среднемесячного значения, даже закрылись чуточку выше, это по нефти марки WTI. Сегодня динамика достаточно разнонаправленная, ярко выраженного направления нет, цены, давайте вот посмотрим на часовом таймфрейме, да, двигались разнонаправленно, сегодня на азиатской сессии было небольшое снижение, потом небольшой рост, теперь вот опять локально в текущий момент цены немножечко снижаются. Это нефть марки WTI. Если посмотреть на нефть марки Brent, то картиночка очень похожая. Единственная разница, там закрылись чуточку выше цены, здесь практически на своем среднемесячном значении. Динамика сегодня тоже достаточно разнонаправленная. Опять же, на часах очень хорошо видно. Да? Очень такая картиночка выразительная. Также на азиатской сессии снижение, потом рост, и вот прямо в текущий момент немножечко, опять же, котировки понижаются. Теперь смотрим на индекс американского доллара. Вот так выглядит по нему ситуация текущая. Среднемесячные значения, достаточно сильно цены оторвались наверх. Что здесь можно сказать? Американский регулятор, в принципе, не очень бы хотел, чтобы произошло укрепление американской валюты, поскольку это негативно сказывается на экспорте, соответственно, негативно сказывается на экономике страны. Но ничего не поделаешь, индекс идет вверх, американский доллар укрепляется, к сожалению, с этим пока что они ничего не могут поделать, но вполне возможно, что в дальнейшем посмотрим, у них есть ряд способов, при помощи которого они могут вполне себе позволить корректировать цены своей национальной валюты. Посмотрим, как они, к чему они прибегнут и что они себе позволят. А позволяют они себе достаточно много. На часовом таймфрейме вот очень хорошо видно, какова вчера была реакция. Да? Вот
ставку оставили без изменений. Но как только начались комментарии, рынок понял, что в декабре все-таки повышение будет. Сигнал был достаточно однозначный, вот оно, мощное движение вверх. Поэтому то, чего они, собственно, опасались, то и произошло, да, что процесс повышения ставок будет достаточно сильно укреплять американскую валюту, будет делать ее дорогой, и это будет давить на экономику. К сожалению, вот это мы сейчас с вами и наблюдаем. Европейская валюта. Что у нас здесь с вами? Давайте посмотрим. По трендовой торговой системе тренд, нисходящий в фазе импульса, говорит один трендовый индикатор. Теперь нужно смотреть гистограмму. Со знаком минус 2.0.31.26.31.23. Гистограмма повышается, находясь ниже нулевой отметки, поэтому по диапазонной торговой системе сегодня, по трендовой торговой системе, извините, день не торговый, мы находимся вне рынка. А вот чтобы посмотреть по диапазону, то у нас здесь произошло пересечение. Посмотрите, да, у нас уже быстрые находятся выше, это совершенно однозначно видно. Сейчас проведем мы с вами линию. Вот, пожалуйста, да, можете посмотреть в окне данных, если есть желание. То есть сигнал уже есть в покупку, цены находятся в нижней трети. Поэтому сегодня по диапазонной торговой системе, если кто-то ее исповедует, пожалуйста, воля ваша. Что мы с вами сделаем? Вот давайте-ка я вот эту линию тоже сделаю пунктирной, поскольку очень хорошо у нас смотрится пунктирная линия, и она совершенно не мешает нашему графику. Вот таким вот образом. Что у нас с вами по диапазону? Итак, есть диверок на индикаторе Momentum. Если сегодня брать день покупок по диапазонной системе, рассматривать, смотрим внутреннюю структуру, вот только-только формируется сигнал осциллятора в покупку. Давайте посмотрим, был ли он у нас с вами зафиксирован на последней свечке, но здесь надо окно данных смотреть. Здесь четко мы с вами не увидим. Итак, смотрим по состоянию нашего индикатора. Так, сигнал у нас находится 21.20, а стохастик 20.54. Сигнал осциллятора в покупку уже есть. Теперь нужна еще и консолидация. Открываем часовой таймфрейм, никакой консолидации мы здесь с вами не наблюдаем. То есть посмотрите, как достаточно сильно трясет рынок. Вот если с текущего момента, когда сигнал уже есть, у нас будет боковое движение, вот только в этом случае можно будет пытаться что-то предпринимать. Если рынок будет продолжать двигаться вверх и вниз, меняя свое направление, значит, сделку лучше не открывать. Если цены пойдут в бок, то есть рынок явно замрет, отложенный приказ buy-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. В качестве цели нижняя граница верхней трети, значение 1.12 или 120, как вам удобнее. 1.120. Вот примерно так ситуация выглядит по европейской валюте. Какие у вас будут вопросы, что неясно, что непонятно, жду вашей реакции. Пожалуйста, отреагируйте. Если есть вопросы, коротенькое слово «есть». Если вопросов нет, ставим плюсик и пойдем с вами дальше. Итак, жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет. Смотрим британский фунт. Здесь у нас с вами тренд, нисходящий в фазе импульса. То же самое подтверждает индикатор OSMA. У нас с вами день продаж, но есть диверочек, посмотрите на индикаторе Momentum. Поэтому в сделку берем не более половины объема. Сделку свою ополовиниваем и смотрим внутреннюю структуру, что у нас происходит. Фаза прилива, теперь ждем, когда будет фаза отлива, и начнет формироваться новая приливная волна. По сигналу осциллятора в продажу вы определите, когда наступит момент входа. На закрытой 4-часовой свечке должен быть четкий сформированный сигнал. Это будет момент. Когда
это событие произойдет, если, конечно, оно произойдет, да, это не обязательно, что оно должно произойти, если это событие происходит, то после этого на часовом таймфрейме еще нужна и консолидация, боковое движение. Если все условия выполнены, поставите отложенный приказ sell-stop, определите точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом. В качестве цели в начале мы с вами давайте-ка возьмем все-таки цены должны преодолеть нижнюю границу ценового диапазона, да, у нас с вами самый низ. Поэтому в качестве цели возьмем 23-ю фибу 1.5185. Это будет ближняя цель 1.5185. И в качестве бонусной цели выбираем 1.4980. Но это, повторяю, только бонусные цели. Ее нельзя рассматривать как первичную для того, чтобы квалифицировать свою сделку на соответствие правилам управления капиталом. Какие будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Если есть вопросы, коротенькое слово есть, вопрос задаем, если нет, ставим плюсик, пойдем дальше. Вопросов нет. Австралийский доллар, что у нас здесь с вами? Так, тренд нисходящей фазе импульса, то же самое подтверждает индикатор SMA. Сегодня день продаж, диверов нет. Смотрим внутреннюю структуру. Идет отлив. Идет прилив, причем прилив по полной программе, такой затяжной, удлиненный. Поэтому ждем волны отлива, и когда начнет формироваться уже новая приливная волна. Вот это не сигнал. Это сигналом не является. Поэтому 100% сигнал осциллятора в продажу, когда у нас будет, если будет волна отлива, это либо движение вверх, либо боковое, но сигнал должен быть четкий, еще раз повторяю, на 4-часовом таймфрейме. Если все условия выполнятся, то на часовом таймфрейме еще и консолидация. Опять же, если все выполнилось, отложенный приказ sell-stop, определяете точку выхода, где будете выходить стоп-лоссом, и в качестве цели нижняя граница ценового канала, ну это вот здесь у нас и с нашим значением 0,7 ровно совпадает, вот давайте пока что будем на 0,7 с вами ориентироваться. Практически полное совпадение 0,7 и ценовой канал, который у нас с вами есть. Оп, извините-ка, а ценовой канал у нас здесь совершенно не тот. Вот хорошо, что мы с вами посмотрели картиночку в более широком горизонте, поэтому здесь, наверное, нужно будет сделать поправочку. Поправочку мы с вами сделаем следующую. Это будет параллельное смещение, вот примерно через это донышко, которое у нас могло было быть. Но первую цель все равно рассматривайте как уровень 0,7, в любом случае, да, то есть цены должны это дело преодолеть. То есть у нас не меняется значение по отношению, как квалифицировать свою сделку, все равно оставляйте 0,7 уровень, да, а вот уже бонусные, в качестве бонуса можете рассматривать движение дальше, к нижней границе ценового канала, это достаточно глубокое такое падение будет, 0,6735. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Ну, тут, кстати, еще и предварительно вот до вот этого минимума будет движение. Та цель слишком оптимистичная, то есть здесь у нас еще будет значение 0, практически 69, наверное. Давайте-ка проведем сейчас вот эту линию, а фибу я, наверное, уже потихонечку снесу. Да, 69.15. Это будет предварительная у нас с вами такая цель, 69.15. Вот так. 69.15. Итак, первичную смотрим 0,7, все-таки достаточно важный психологический уровень. Следующее 69.15 и уже бонусный ниже, то, что я говорил, это то, что было озвучено буквально несколько мгновений назад на 4-часовом таймфрейме. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, жду вашей реакции. Если можно, то, пожалуйста, побыстрее, у нас очень мало времени остается, а нужно посмотреть еще 4 финансовых инструмента. Итак, жду, когда вы отреагируете. Вопросов нет, идем дальше, смотрим японскую иену. По японцу у нас с вами что? Тренд восходящей фазе импульса, теперь смотрим гистограмму 11.39.09.
Гистограмма понижается, находясь ниже нулевой отметки. Японская иена сегодня не торгуется, ситуация не торговая. По швейцарскому франку тренд восходящий в фазе импульса. И смотрим, что нам говорит здесь. Гистограмма растет, день продаж, есть дивер, не более половины объема своей сделки. Смотрим внутреннюю структуру. Ждем, когда закончится волна отлива, и на формировании новой приливной волны теперь вот здесь нам важно с вами будет определить следующую цель. Поскольку вот это у нас уже преодолено, то берем... Это, наверное, нужно будет удалить сейчас. Давайте-ка вот так вот мы с вами это дело удалим. И проведем просто параллельную линию через вот этот максимум. То есть вот таким вот образом с вами поступим. И это будет цель дальняя, на которую мы с вами будем ориентироваться. Она вполне возможно находится. Да, выше паритета, поэтому она даже актуальность не несет. Удаляю пока что этот максимум за ненадобностью. Значит, насчет целей опираемся на следующие вещи. Сначала у нас с вами верхняя граница ценового канала. Но здесь сигнал. На часовом таймфрейме консолидация, то есть все это совпадает, все это не меняется, у нас, к сожалению, дефицит времени. Цели, значит, по границе 99.50, а дальше у нас с вами паритет. То есть в качестве бонуса можно рассматривать еще и паритет. До паритета осталось совсем немножко, я так полагаю, что он будет, наверное, как магнит притягивать швейцарский франк. Скорее всего, с огромной долей вероятности он, наверное, там побывает. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, по швейцарскому франку? Пожалуйста, отреагируйте. Сигнала пока что еще нет. На диапазонной торговой системе сигнал не сформировался. Так, вопросов нет. Смотрим канадца, что у нас по канадцу. Тренд восходящей фазе импульса здесь в фазе отката. Значит, у нас с вами ситуация не торговая. Успеваем. Вот если бы у нас была торговля по канадцу, вполне возможно, мы немножечко бы превысили лимит нашего времени. Но пока что все остается в рамках. Смотрим по золоту. Золото вчера очень мощно росло до выхода данных по ФРС. Но как только американский доллар начал укрепляться, у нас золото полетело вниз. Поэтому шансов у нас практически не было. Посмотрите, консолидация здесь ее вообще не было практически. А дальше было движение уже чисто новостное такое. Вот. Но если посмотреть на 4-часовом таймфрейме, наш индикатор так и не уперся, не подошел вплотную к зоне перекупленности. Извините. Рынок не дал нам такой возможности войти. Сетовать здесь нельзя. Рынок нужно воспринимать таким, какой он есть. Мы не можем его подстраивать под себя, а должны только сами внимательно отслеживать его, и когда он нам дает какие-то шансы, вот эти шансы мы с вами можем использовать. Вчера у нас с вами такого шанса, если следовать консервативной торговой системе, не было. Те, кто торгует агрессивно, могли это сделать, но, повторюсь, тогда в этом случае это была бы уже агрессивная торговля, а не тот метод, который мы исповедуем на нашем с вами обзоре. Мы закончили весь среднесрочный консервативный анализ. Какие у вас будут вопросы, что не ясно, что непонятно, я жду вашей реакции. Отреагируйте, пожалуйста. Вопросов нет. Давайте будем прощаться. Я благодарю всех за внимание. С вами был Эдуард Сунгатуллин. До свидания. Всего вам доброго. Я желаю вам удачи. Будьте внимательны, осторожными. Берегите себя. До встречи. Удачи всем.